Привет, это наша традиционная раздача традиционных пенсий, и сегодня у нас дедушка. Те, кто не смотрит наши раздачи, те рискуют сейчас пролететь мимо кассы. Что я имею в виду? В описании к ролику имеется ссылка. По этой ссылке 2 дня, 48 часов будет проходить аукцион. На аукцион выставлены 15 футболок с оригинальными принтами. Это дизайнерская прорисовка. И более того, чтобы снять все вопросы, они пронумерованы, эти футболки, 15 штук, и подписаны мною. Лично. Мы их продаем, это аукцион, деньги, которые выручены, это все будет открыто, абсолютно прозрачно, пойдут на прикладную благотворительность. То есть мы не будем отправлять на какой-то счет, еще куда-то, мы сделаем то, как мы обычно делаем, но мы еще не придумали, правда, как. То есть что-нибудь такое интересное, масштабное и нужное, самое главное. Мы не будем устраивать поход куда-то там в ресторан, им не нужны рестораны, им нужна нормальная жизнь этим людям, которым мы и так раздаем наши пенсии. В общем, вот так вот решили разнообразить. Я думаю, что совместим приятное с полезным. Меня давно просили о подобного рода вещах. Но вот это вот будет, мне кажется, самое правильное. Вот и все. Дмитрий Степанович, 85. Шахтного подземного, 42 года. Восстанавливал у красноармейских... Водину шахту, Белецкую, Краснолиманскую, а потом Комсомольские перегнали. Перешел на шахту Горького 42 года. Никуда. Ну что, не было детства. И в данное время тоже непонятное все. Все непонятное, что творится вообще. Никому ничего не надо. Депутаты... не на своем месте, с людьми не работают, вот, безобразие. Что купить? Ну, что сейчас можно это? Об этом разговор это. Я хочу, чтобы они, все люди жили в нормальном состоянии. Все люди, все. Спасибо, спасибо. Доброе людям, которые помогают. При старости лет хоть что-то вспомнить в данное время.